Практически все из нас проучились в странах, где в школьных тетрадях нужно было писать только синими ручками. Иногда возникает вопрос, почему в Америке не совсем так, как у нас? Оказывается, что в основном в США для письма используют самый обычный карандаш. Естественно, это не запрещается, а даже в некоторых случаях поощряется. Так все же, почему американские школьники в тетрадях пишут карандашами? Давайте разбираться. Первая и, вероятно, самая разумная причина – это любовь к практичности. Американцев можно назвать тем народом, который во многих вещах предпочитает простоту и удобство. Поэтому выбор карандашей для письма объясняем. Ведь ты в любой момент можешь стереть то, что тебе не нравится, при этом не сильно повредив бумагу. Более того, в американских школах зачастую практикуется такой формат теста, как Scantron. Он предполагает выбор правильного ответа из предложенных и проверяется с помощью специального аппарата. Этот механизм может воспринимать и считывать только либо карандаш, либо в некоторых случаях темную ручку. Носить с собой большие пеналы, где найдется ручка или карандаш на любой случай жизни, не очень удобно. Поэтому намного универсальнее брать с собой карандаш, который в любой момент можно заточить. Им можно заполнять тесты, писать конспекты и не разводить грязь в тетради. Однако принято допускать, что школьники и студенты таким образом заботятся об экологии, ведь им не нужно использовать много бумаги для занятий. С помощью ластика они могут всегда убрать недостатки и сэкономить много места. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все, пока.